Всем привет! У нас сегодня второй день более-менее тепло, более-менее солнечно, поэтому я сегодня решила прогуляться. Гуляла, дошла до кировского магазина. Обычно мы не покупаем там продукты, потому что у нас совсем рядом Мегамарт. Ну вот сегодня я купила те продукты, которые были в магазине кировском по акции. Давайте посмотрим, какие товары, точнее продукты питания, мне удалось приобрести в этом магазине со скидкой. Вот смотрите, чек, по чеку я заплатила 883 рубля. На эти денежки я смогла приобрести 2 лаваша, затем батон, вот такой вот подмосковный в нарезку, 3 творога, 2 кефира, сметану, кировское молочко. Оно у них очень хорошее, очень вкусное. Если я попадаю в этот магазин, я обязательно беру такое молоко. Мне очень нравится. Также я купила пельмешки вот такие вот на сливках. У меня и муж, и дочь любят пельмешки. Потом придут, мы отварим. Они без сои и сегодня тоже были по акции. Купила вот такое вот желе ребенку, оно прямо с доликами персика. Сегодня попробуем, что оно себя представляет. Купила фасоль красную в собственном соку на суп, сварю супчик с капустой и с фасолькой. Купила вот такое вот желе. Это концентрированный бульон. Я использую такие бульоны на суп. Раньше я как-то побаивалась, а потом послушала лекцию, читала женщина, доктор биологических наук. И она утверждает, что такие бульоны можно использовать в пищу, что нет ничего страшного. И еще я купила один лимончик. Лимончик купила не в чай, а дело в том, что у меня у мужа судороги. И нам посоветовали смазывать икры ног лимоном. Не знаю, кому как, а моему мужу действительно это помогло. Вот такие вот продукты в сети магазинов кировский можно приобрести на сегодняшний день по акции. Всем пока, пошла работать.